And I now give the floor to the representative of Russia. Спасибо большое, госпожа председатель. Я хотел бы, в свою очередь, присоединиться к поздравлениям нашим британским коллегам за проведенное председательство в августе. Оно было непростым, тем не менее, вы хорошо справились. Хочу также пожелать Нике, вашей команде, вам лично успехов. Это тоже будет непростой месяц. У вас фактически отбирают одну неделю за счет того, что это неделя высокого уровня. Но я думаю, мы общими усилиями продвинемся вперед и будем обсуждать действительно важные вопросы, касающиеся международного мира и безопасности. Как раз-таки в этом контексте я хотел бы поддержать слова моего боливийского коллеги. Мне кажется, что та аргументация, которая была приведена, вполне убедительна. Совет Безопасности действительно должен концентрироваться на вопросах, которые представляют угрозу миру и безопасности. В данном случае мы такой угрозы от ситуации в Никарагуа не видим. Более того, у нас есть опасения, что внесение этого вопроса на рассмотрение Совета Безопасности может лишь навредить усилиям, которые предпринимаются внутри данного государства по регулированию ситуации, которую мы, естественно, всячески поддерживаем. Мы надеемся, что вы прислушаетесь к нашим доводам, и мы сможем работать дальше единой командой и добиваться успехов на тех направлениях, которые мы можем действительно продвинуть вперед. Хотел бы также отметить, что уже упомянутые планы провести 26 числа мероприятие высокого уровня нам понятны и известны. Мы исходим из того, что такое обсуждение будет происходить в контексте выполнения резолюции 2231 Совета Безопасности, и только в этих рамках может обсуждаться иранская тематика, на наш взгляд. В частности, мы очень надеемся, что прозвучат аспекты, связанные с выходом Соединенных Штатов из СВПД. Спасибо. I thank the representative from the Russian Federation.